Я считаю, что эффективность нашего правительства, эффективность нашего открытого правительства, отдельно от правительства, эффективность демократических процессов в России никак не связана вообще ни с какими международными институтами. Как можно говорить о том, что мы развиваемся как суверенное государство, но почему-то благодаря каким-то внешним институтам? Так не бывает. Это все от лукавого. И я считаю, что пока мы четко не будем понимать, в чем наша выгода от попадания вот в это вот некое глобальное открытое правительство, делать там нам абсолютно нечего. Не просто, значит, в чем выгода этой структуры, а в чем конкретно наша выгода. Дело в том, что глобальная политика — это штука достаточно жесткая и циничная. И действовать там, исходя из каких-либо принципов, кроме корысти собственного государства, кроме выгоды для собственной страны, в принципе нельзя. Я полагаю, именно исходя из этого действует Путин, приостанавливая вот эти вот процессы. Если нету ни у кого четкого ответа на вопрос, а зачем мы туда идем, какого черта нужно делать, простите за грубое выражение. И когда этот ответ появится, ну, ради бога. В конце концов, когда мы четко поняли, что вступление в ВТО, например, нам необходимо, мы стали этого добиваться, и несмотря на те препоны и трудности, которые для нас создавали, мы все-таки этого добились. Но если мы прекрасно понимаем, что какие-то международные институты могут спокойно обойтись без нас, а самое главное, мы без них, что еще важнее, ну, я считаю, что, значит, навешать на себя какой-то значок, что мы теперь члены еще и вот какого-то мирового открытого правительства, да зачем? Не стоит оно того.